В Нижнем Тагиле президент провел заседание Госсовета. Участие в нем принял и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Главной темой совещания стала реализация программы импортозамещения. Глава государства заявил, что нужно наращивать экспортный потенциал российской промышленности. Для этого руководители регионов Путин призвал пользоваться специальным инвестиционным контрактом. Элементом импортозамещения должен стать механизм специального инвестиционного контракта, который предусматривает целый набор льгот и стимулов для модернизации или создания новых промышленных производств на срок до 10 лет. Правила заключения утверждены соответствующим правительством Российской Федерации. Такие соглашения регионы и муниципалитеты при участии федеральных властей смогут подписывать с инвесторами, начиная с 2016 года. Я призываю регионы активно пользоваться этим инструментом, плотно работать с предполагаемыми возможными инвесторами. Добавлю, что в Краснодарском крае утверждена так называемая дорожная карта содействия импортозамещению. Состоит она из 65 пунктов. Это те меры, которые позволят создать условия для местных производителей, чтобы выйти на внутренние и внешние рынки. Предусмотрена также и поддержка предпринимательской деятельности. Для этого в 2015 году выделили более 600 миллионов рублей. Уже одобрено 56 проектов на сумму 9.